2 года назад люди, которых вы увидите в этом фильме, еще ничего не знали друг о друге. В Воронеже на заводе синтетического каучука инженеры и мастера заняты были своими делами, заботами о плане, о технологии, о качестве каучука. В Москве, в Институте психиатрии Академии медицинских наук, физиологи Самуил Натанович Брайнис и Анатолий Викторович Напалков изучали головной мозг животных как сложную систему управления организмом. А на другом конце Москвы, в энергетическом институте, своими делами и планами жили будущие инженеры, участники студенческого конструкторского бюро. Казалось, ничто не связывало этих людей разных возрастов, профессий, интересов, и все же пути их удивительным образом встретились. Все началось с небольшой статьи профессора Брайниса, напечатанной осенью 1958 года в литературной газете. Многие современные технические устройства имеют прообразы в живой природе. Всего лишь 20 лет назад, например, появился первый радиолокатор. И никто до этого не знал, что есть на свете живые локаторы, летучие мыши. В ночном полете они издают неслышанный нами ультразвук и, принимая отраженное предметами эхо, облетают любые препятствия. Эту способность летучих мышей ориентироваться в темноте ученые смогли объяснить только с появлением радиолокации. Можно, однако, идти в науке и другим путем, пытливо изучать живую природу и на ее примере решать сложнейшие технические задачи. Известно, что даже самые совершенные автоматы могут работать только по заранее составленным, подробным и жестким программам. В этих программах, нанесенных на специальные ленты или карты, точно указано каждое действие автомата и строгая последовательность всех его операций. Есть, однако, немало случаев, когда составить такую подробную программу очень трудно, а часто невозможно. Качество каучука, например, зависит от многих, порой едва уловимых причин, от малейших капризов сложного химического процесса. Здесь нередко приходится полагаться только на личный опыт оператора, на его способность точно угадывать, какие комбинации различных веществ нужны в каждом отдельном случае для получения каучуковой ленты определенного качества. Чтобы заменить человека в управлении такими процессами, нужны автоматы особого типа, способные, подобно живому мозгу, учиться и накапливать опыт. Проблема, стало быть, заключается в том, чтобы некоторые принципы работы мозга попытаться реализовать в кибернетических системах. Эту сложную задачу можно решить лишь объединенными усилиями биологов, математиков и инженеров. Говоря откровенно, профессор Брайнис не ждал такого быстрого отклика на свою статью и такой готовности немедленно включиться в работу. Правда, это оказались всего лишь какие-то неизвестные юноши, студенты 4-го курса.
Если уж говорить на чистоту, биологам хотелось бы чего-то большего. Но хотя приглашение в институт прозвучало в устах профессора не очень уверенно, молодые люди не заставили себя долго ждать. В ответ на прямой вопрос, а что вы умеете делать, полномочные представители студенческого конструкторского бюро Виталий Бородюк, Владислав Свечинский и Эдуард Лецкий предложили биологам партию в нехитрую детскую игру «Крестики-нолики». Выигрывает тот, кто первым заполнит строку, столбец или диагональ. Хозяева могут играть любой командой. За гостей играет сделанная ими машина. Скажем сразу, у профессора не было шансов на выигрыш. Автомат никогда никому не проигрывал. В лучшем случае с ним можно было сделать ничью. Умная машина, говорят обычно о подобных устройствах. Хотя на самом-то деле автомат этот с мозгом ничего общего не имеет. Ведь он живет чужим умом, умом своих создателей. Это они вложили в его электрическую голову точную программу с правильными ответами на любой возможный ход противника. А мозгу такая программа не нужна. Он сам познает окружающий мир, накапливает опыт и вырабатывает программу действий, которые ведут к достижению цели. Как это происходит? В чем секрет этого удивительного явления живой природы? Вот собака впервые оказалась в камере, в незнакомых условиях внешней среды. Она не знает, что в этих условиях для получения пищи надо, услышав звонок, встать на педаль. Голод заставляет животное действовать, двигаться по камере, искать. В какой-то момент собака случайно становится на педаль. Раздается звонок, и в гармошке появляется пища. Цель достигнута. Связь между звонком и педалью получила нужное подкрепление. После нескольких совпадений сигнала и действия, подкрепленных получением пищи, мозг животного запоминает эту закономерную связь. Теперь собака не делает лишних случайных движений, а действует целесообразно. Она ждет знакомого сигнала и, услышав звонок, становится на педаль. Животное научилось добывать пищу в новых условиях внешней среды. Изучая работу головного мозга как сложной системы управления, биологи и инженеры решили создать автомат, способный обучаться и накапливать опыт. Подобно живому организму, автомат этот должен на сигналы внешней среды отвечать такими действиями, которые ведут к достижению цели. Но что же происходит в мозге? Как он запоминает полезные и жизненно необходимые связи? Можно оказывать различные воздействия на живой организм. Можно учитывать все его ответные действия. Но нельзя, невозможно увидеть, что же при этом происходит там, в черепной коробке животного. Некоторые ученые образно называют это проблемой черного ящика. Черный ящик. Но что же все-таки известно? Кора головного мозга – сложнейшая система взаимосвязанных нервных клеток. Одни группы клеток принимают сигналы внешней среды, приходящие от органов чувств. Другие посылают команды к мышцам, вызывая ответные действия организма.
какой-то момент нужное в данных условиях действие случайно совпадает с определенным сигналом, и животное получает пищу. После нескольких таких совпадений между центрами в коре возникает рефлекторная связь. Теперь сигнал автоматически вызывает ответное действие. Все ясно, кроме главного. Как это все происходит? Да, внутрь живого мозга действительно не заглянешь. Попробуем, однако, построить модель внешнего поведения животного. Начнем с простой схемы. В поисках пищи собака делает сначала случайные движения. Допустим, что и модель имеет какое-то устройство, посылающее случайные команды. Итак, команды к действиям посылает особое устройство. А действие, пусть это будет, скажем, зажигание обыкновенных ламп. Три лампы, три действия. Теперь сигналы внешней среды. Они пойдут от кнопок. А схему надо строить так, чтобы любой сигнал мог соединиться с любым действием. Сначала действия модели не связаны с сигналами внешней среды. Когда нужное в данных условиях действие случайно совпадает с определенным сигналом, в модель подается подкрепление. После нескольких таких подкрепленных совпадений в схеме срабатывает какое-то переключающее устройство. Цепь замыкается. И сигнал автоматически вызывает ответное действие. Итак, до обучения действие модели зависит от случайных команд. После обучения они связаны с сигналами внешней среды. Значит, все дело в переключающем устройстве. Что же это за механизм? Как он работает? В мозге это какие-то группы нервных клеток, нейронов. Принцип переключателя скрыт где-то здесь. Но как его отсюда извлечь? Впрочем, некоторые свойства нейронов известны. Это передатчики возбуждения. От тела клетки к ее отросткам. От них к следующим нейронам и так по всей цепи. Полагают, что нейроны возбуждаются по-разному. Некоторые из них возбуждаются одним отростком. Другие только двумя. Допустим, что на входе переключателя стоят три условных нейрона. Один связан с сигналом, другой с действием.
а третий с подкреплением. Через промежуточный нейрон нужно образовать здесь рефлекторную связь. При известных условиях какой-то второй отросток, примыкающий к промежуточному нейрону, возбуждается, и тогда сигнал автоматически вызывает ответное действие. При известных условиях. Первое условие образования рефлекса. Действие случайно совпадает с сигналом. Значит, следующий нейрон в цепи возбуждается только при таких совпадениях. Так. Второе условие – непременное подкрепление. Поставим схему еще один. Он включается только при одновременном возбуждении сигнала, действия и подкрепления. Хорошо. Но чтобы связь запомнилась, совпадение должно повториться несколько раз. Выходит, следующий элемент в цепи работает как накопитель возбуждений и заряжается не сразу, а постепенно. Соблюдены. Теперь связь между сигналом и действием должна запомниться. Значит, дальше стоит особый нейрон. Нейрон памяти. Включенный накопителем, он зарыгается и сохраняет возбуждение. Его-то отросток и примыкает к промежуточному нейрону. Все, узелок на память завязан. Автомат готов в любую минуту на сигнал ответить действием. Был сделан первый шаг на пути к новому автомату. Теперь, рожденную в раздумьях, спорах и совместных обсуждениях принципиальную схему, надо было перевести на язык техники. Условные нейроны заменить конкретными электронными устройствами. Началась кропотливая работа всего студенческого конструкторского бюро над сборкой автомата. Пройдут годы, далеко вперед шагнет современная наука. Студенты конца 50-х годов станут опытными инженерами и учеными. Может быть, кому-нибудь из них посчастливится сделать крупное техническое открытие или сказать новое слово в науке, но надолго останется в их памяти время, когда в содружестве с биологами на стыке недавно еще далеких друг от друга наук строили они первый свой автомат. Когда сотни деталей, электронные лампы, электрические реле, конденсаторы и сопротивления, множеством нитей соединялись в сложную и разумно организованную систему, в первую модель одной из важнейших способностей мозга.
Создатели автомата в шутку назвали его «черной собакой». И хотя внешне этот металлический шкаф совсем не похож на живое существо, работа его действительно напоминает поведение собаки в экспериментальной камере. Смотрите, в поисках пищи животное делает сначала случайные движения, не связанные с сигналами внешней среды. Точно так же и автомат включает лампы случайно, беспорядочно, независимо от сигнала. Но вот собака случайно сделала нужное движение. Связь между звонком и действием животного подкрепляется получением пищи. То же можно сделать и на модели. Случайно зажглась нужная средняя, скажем, лампа. Включаем сигнал и нажимаем кнопку подкрепления. После нескольких подкрепленных совпадений сигнала и действия, собака запоминает, что, услышав звонок, надо стать на педаль. Также и автомат запоминает, что среднюю лампу надо включать по второму сигналу. Автомат способен накапливать опыт. Он может научиться каждое свое действие связывать с определенным сигналом внешней среды. Эта машина, отмеченная почетной наградой на выставке достижений народного хозяйства, пока еще зажигает обыкновенные лампочки. Но представим себе другой автомат. Специальные приборы сообщают ему, что цель достигнута. Идет каучуковая лента нужного качества. Это и есть сигнал подкрепления. Другие приборы непрерывно посылают сигналы о состоянии материала, из которого отливается лента. Это сигналы внешней среды. А действие автомата – управление различными кранами. После обучения машина запомнит, при каком состоянии каучуковой массы и каком положении кранов идет лента нужного качества. Автомат сможет управлять сложным химическим производством. Проект такого автомата защитили в Московском энергетическом институте выпускники Эдуард Лецкий, Владислав Свечинский и Виталий Бородюк. Перед авторитетной комиссией молодые инженеры уверенно и обоснованно защищали проект, который еще несколько лет назад мог бы показаться несбыточной фантазией. А теперь это реальность. Реальность наших дней, отмеченных успехами кибернетики, молодой науки, которая перебрасывает мост между живой природой и техникой. Thank you.